Ну вот посмотрим, что будет делать Евгений. Да нереально, такого не бывает. Такого не бывает. Будет хорошо. Качество неплохое идет в этом году. Неудачный разбой немножко. Но и те, кто выигрывал турнир даже в прошлом году, в призы даже не вошли. Это у нас Иосиф Абрамов. А, нет, Иосиф Абрамов вошел у нас 7-8. Два раза подряд выигрывал турнир, но сейчас 7-8 место занял. Часто мы их видим на разного уровня турниров. Свой скатывает не сильным ударом в правую нижнюю лузу. Играть есть что,